Тут у нас две арты, да, две ЛТ. БТшки всякие, тяжелые танки. Понятно. Сейчас поиграем. Чем ягода в Москве? Ну, дорого. Довольно дорого. Вонзок, спасибо. Да, давно не было такого, что на Трова онлайн выше, чем на Ютубе. Точнее, даже недавно такого не было, такого вообще в жизни никогда не было. Да, это все-таки действительно с Ютубом происходят огромные проблемы. Увы. Увы. Увы и ах. Но ничего не поделать. Так, ну когда-нибудь мы доедем. Так. Пошло добро. Что, конь там он будет, да? Бам! Тангеру, здорово, спасибо. Как же он не хочет тычку получать? Ну, получил. Реально ББшку спецом загрузил. Я в шоке с этого. Типа! Это слишком умный чел. Что, опять алтеха? Ну давайте отсветимся и попробуем в алтеху выйти. Это не алтеха. Как мимо-то? Ну как? Ну как мимо-то? Нормально там стоят типы. Это мне не нравится.
Даже я пока ее убрал. То есть первый счет здесь? Да. Бан. Бан. Правда, альфа так себе, но тоже неплохо. Вафельку бы фугас идеально зашел бы. И что, зря баллы коплю? Ну, может, верну когда-нибудь. Опачки. Ну, неплохо. Подождем. Да, Ютубу плохо. Плохи дела у Ютуба. Так что на помощь придет. Китайская народная платформа. Или наш ВК Play Live. Ты чё, зашибись. Вот это прикол. А как так? А как так я его не засветил, когда он въезжал в эти гребаные кусты? А как так? Да, сюда. Вот сейчас петух как раз таки начинает клевать. Мойша, ну ты сегодня говоришь, что у тебя не все плохо, как я... Позавчера говорил, что у меня все хорошо, а сегодня вот я не могу смотреть нормально стрим, они у меня все лагают. Концентрировались. Все, работаем. Keep your sport pause. Примерно 4-6 сантиметров, да-да. Вот, еще он колокостов есть. Молодцы, спасибо. Чип-чип-чип-чип и дэл. Там спешат. Чип-чип-чип-чип и дэл. Та-та-ра-та-ра-та. Что с ютубом-то? Лагает? Лагает. На трову можешь переходить, если лагает сильно ютуб. На трову не лагает. Вроде бы. EA Sports. It's in the game. Вообще, у нас сегодня онлайн нифиговый на трола. 800 человек.
бан. Капец ты умный. Он еще так быстро успел передовернуть. Молодец, реально. Каток через забор. Сильный. У-у-у, кого-то сейчас будут месить просто в труху. Этот кто-то перед вами сидит. Ну чё ты? Бан. Хорошо. Здорово, Бока. А еще очень-очень-очень важный вопрос. Сбрасывать ли сессию второго капи и начинать ли ее заново? Осталось 2 дня до конца. Я там на 3-м месте. Меня может диф обойти. В теории. И вот если он меня обойдет, то все. Я на 4-м месте и ничего не получаю. Но у меня еще есть аж 4 сброса. 4 сброса. Прикиньте, 4, блин. То есть я могу сбросить. Если какая-то сессия не пойдет, я могу ее еще раз сбросить. Если эта сессия не пойдет, я могу ее еще раз сбросить. И уж если, допустим, на 4-й сброс сессия прям супер жесткая пойдет, то вот ее докатать. Капец, я не попал. Живем. А, кстати, отряд метки уже взял. И... Блин. Ой, как ты успел? Ну да, с таким рандомом опасненько. Ай, короче, сложное решение, я пока не знаю. А вдруг у Дифы не прокнет? Так, ну что, 3 отметочки есть. Отталкивайся от Дифа. Так, блин, 2 дня осталось, он не играет. Он может завтра закончить, и у меня уже времени не будет, банально. Тут уже не стоит отталкиваться. Потому что ему 6 боев нужно докатать, он их может докатать завтра. И у меня останется 0 дней для того, чтобы играть турнир. Один день, считайте. Так, ну все, наконец-то закрыли ягу. Закрыли ягу. 4650 средний. 76 боев. Да, фиговенькие результаты, но в любом случае мы... Закидываем их в телеграм-канал. И это у нас 5-й гарантированный танк. Завершен. Да, из 18. Напомню. Напомню, 5-й из 18.